Всем привет, друзья мои! С вами Светлана Ада. Мерсин, 10 часов утра. Разбудили, мы легли вчера поздно. И вот такой шум нас разбудил. Не знаю, что это такое. Вижу, что во двор заехали две машины. У нас потому что во двор, двор закрытый, и никогда машины не запускают. Друзья мои, что здесь происходит, не знаю, но показываю. Два молодых парня играют на этих барабанах. Сейчас начали плясать. Две пустые машины приехали зачем-то, непонятно. Женщины ля-ля-ля-ля-ля поют. Мужчины танцуют, пляшут. Вот и женщины тоже. Вот так весело. Ну, явно, что какой-то праздник. Самой хочется поплясать. Воскресенье сегодня. 10 часов утра. Вот что-то выносят они. Ага. Полотенце постелили им. Музыкантам полотенце. На плечи. Видите, как танцуют? Просто, ну как зажигает? Я сама даже не против поплясать. Поплясала бы, если бы камера не трусилась бы. У 10 часов утра у них хорошее настроение. Ну что это такое, интересно? Знаете что, здесь вот я слышала, что в армию провожают тоже так вот. Но я не знаю, что это такое. О, деньги бросают, друзья мои. Деньги бросил и ушел. Кто-то подбирает карманы. Положил главному. 10 дают им на барабан. Вот какая девушка в красной маечке, как двигается. Наш двор вот такой вот. Кто не видел из моих видео, раньше не смотрел. Покажу красоту вам, друзья мои. Ой, так здорово, друзья мои. Я приехала в Мерсин. Несравненное чувство. Вот это напротив. Точно такой наш дом выглядит. Два близнеца дома. Я не могу сейчас показать вам. Соседи там неприлично соседям смотреть на балкон. Тоже соседи, смотрю, в ночнушках выскочили. Я быстро переоделась. Ну
Посмотрим, чем это закончится. Так, друзья мои, ажиотаж закончился. Все успокоились, слава богу. Они с полотенцами, с деньгами расходятся. Что будет дальше, посмотрим. Все пока общаются, разговаривают. Вот эти собирают деньги. Музыканты. Полотенце вот получили в подарки, видите? За свой труд. Вообще не понимаю, может, ну, в течение дня, воскресенье сегодня, ничего предупреждаю. Может, это действительно свадьба, приехали за невестой, приданное забирать. Ну, знаете, что все потом покажу, все потом расскажу вам, мои хорошие. Буду весь день внимательно наблюдать. На связи буду контролировать все. Но самое интересное я вам засняла. Посмотрим, что будет дальше. И они продолжили плясать. Посмотрим, чем это все закончится. Настроение у людей хорошее, значит, что-то будет хорошее. Все соседи выглядывают с балконов. Многие спят, воскресенье, ну, разбудили они, только мой муж никак не проснется, его ничего не разбудит. Турция не перестает меня удивлять. Хорошо удивлять. Вот, закончилось опять. Ну, давайте, давайте. Показывайте, что здесь кто-то садится в машину. Вот люди собрались, рассаживаются по машинам. Целуют друг друга. Прощаются. Вот там дальше, посмотрите. Машины садятся. Что за ритуал? Очень интересно, на таком огромном фургоне приехали. И уезжают. Но там на тот фургон они постелили какой-то коврик. Видите, на белый. Те музыканты. Я так и не поняла. Потом спрошу. И вам расскажу, допишу или доскажу. Женщина, посмотрите, в красном. Какая крутая. Залезла в фургон этот открытый. Уезжают. Вышла, она пересаживается на другой, наверное.
Доброй дороги, дорогие мои соседи. Вот на этом и закончилось такое неожиданное и неизвестное событие. Ну что, друзья мои, продолжу в своих комментариях и потом расскажу вам, что это было. Ну а я, вы так поняли, только проснулась. И буду пить свой кофе. Очень красивый двор расцвел. Вообще возвращаться в Мерсин — это какое удовольствие. Вот такой шум мне нужен, понимаете? В деревне очень хорошо, очень, но очень хорошо быть в таком прекрасном дворе, с такими прекрасными родителями. Но дом есть дом. Где бы вы ни находились, но дом всегда лучше. Такой дом выглядит так, как наш.